Твери почтили память выдающегося советского спортсмена Виктора Капитонова. Наш выдающийся земляк, первый отечественный велогонщик, ставший олимпийским чемпионом, родился именно 25 октября. На торжественном митинге побывала и наша съемочная группа. Митинг, приуроченный ко дню рождения великого велосипедиста, проходил рядом с СК «Планета», что на Петербургском шоссе. Именно здесь наш прославленный земляк начал заниматься большим спортом. Уже 10 лет, как на этом здании, красуется памятная табличка в честь человека, который золотыми буквами вписал свое имя не только в летопись нашего спорта, но и, конечно же, в историю своей малой родины. Для тверского спорта, для Тверской области это больше, чем человек, это уже легенда. Это сложившаяся легенда, которая, в общем-то, своим трудом, своим умением, своими навыками заслужила и добился в спорте очень многого. Виктор Капитонов вошел в историю как первый отечественный олимпийский чемпион по велоспорту. В 1960 году в Риме в групповой шоссейной гонке он на полколеса опередил итальянца Ливио Трапе. В дальнейшем Виктор Арсеньевич и дальше внес большой вклад в развитие этого вида спорта в Советском Союзе. Тренировал сборную Советского Союза. В то время это было... Он гремел, вся сборная, 13 олимпийских чемпионов, это говорит о многом. Среди тех, кто возложил цветы к памятной табличке, были и тверские юные велосипедисты. Вполне возможно, что кто-то из них, так же как и Виктор Капитонов, выиграет Олимпийские игры, чего уже давно не удается сделать их старшим товарищам.